Главный герой нового 3D-мультфильма «Белка и Стрелка». Как и полагается легендам космонавтики, к юным самарским зрителям прибыли издалека и сразу завоевали сердца поклонников. По случаю предпремьерного показа, информационным спонсором которого выступила «Русское радио» в Самаре, в мультиплексе «Киномечта» организовали развлекательную программу для маленьких зрителей с конкурсами и подарками. На фильм «Белка и Стрелка. Лунные приключения» пришли целые семьи. Надежда Маковецкая и трое ее дочерей не пропускают ни одной анимационной премьеры. Мы посмотрели недавно кино «Гагарин. Первый в космосе». Нам очень понравилось, и мы решили посмотреть еще и мультипликационную версию космическую. А кто такие Белка и Стрелка, знаешь? Ну, они собаки, космонавты. Я люблю всяких космонавтов. Ну, решили сходить, потому что новый, свежий мультик. Сын захотел. Ну, хочется доставить ребенку удовольствие. В основе сюжета 3D-мультфильма – новые приключения легендарных собак-космонавтов. С затемненного участка спутника Земли исходит непонятная угроза. И на этот раз героев ждет захватывающий полет на Луну. Мы ждем в нашем кинотеатре всех желающих посмотреть этот мультфильм. Буквально каждый час будут проводиться в течение 2-3 недель проката мультфильма «Сеансы». Широкий формат «Белка и Стрелка. Лунные приключения» выйдет в этот четверг, 6 февраля.